Дорогие друзья, я приехал до границы государственной границы. Туда нельзя. Вот этот знак стоит, поэтому я не перехожу. Мы 2011 или 2009. Дед Саша, Андрей, мой братишка, мы четверо приехали сюда, вон там дальше. Фотографировались. Здесь такого не было, все было открыто. Там это, сейчас я покажу, какие дома строятся. Ничего не было, только вот такая территория была. А там сейчас огромные стройки идут. Вот так, короче, смотрится. А правая сторона Сойлух. Это дальше Чимкент, Казахстан, короче. Я переходить не буду. Возвращаюсь обратно. Ну, это тогда мы четверо приезжали, там потом большие камни были, мы лежали, фотографировались. Если мне это сохранился, я поставлю на этой, к этой видео. Раньше здесь тоже ничего не было, вот таких заборов тоже не было. Вот дорога, видите, какие были. Вот этот забор был развален, сейчас сделано более лучше сделано. Вот, постепенно устраивается. Ну, конечно, это хорошо для отдыхающих. Эта территория все равно зона отдыха, поэтому это отлично. Вот. Как она смотрится. Ну, дальнейшее будет отлично просто. Вот такие зоны отдыха. Вот здесь каждый это в аренду сдаются. Вот первый дом, коттедж, второй, третий, вот такие сделаны. Отлично. Можете приехать отдыхать здесь. Вот такие и зимой даже. Отопление есть, вода, короче, все. Ну, отопления, кажется, нет, но вода, оказывается. Вот четыре коттеджа вот такие. А там дальше, видите, какие конкретные стройки идут там дальше. Это тоже коттеджный участок. Это Ахтош 2 Дамалиш Маскана называется. Ахтош 2. Там тоже есть. И вот этот не было раньше. Теперь строится огромный. Отлично, вот так, как она смотрится. Просто слов нет. Это значит, где-то после 17-го года начался разрешение. Раньше, потому что нельзя было. Вот такие стройки. Кажется, тоже не было. Это уже готово. Ну, зато красота. Природа, смотрите. И вот такие дачные участки, смотрите. Молодцы. Огромнейшие строятся здесь. Слов нет, просто великолепно, молодцы. Вот так строится. По-моему, вот это дом было, ну, немножко марафет навели, кажется, или точно не помню, ну, было или не было, или просто на марафет навели здесь. Вот так, короче. Вон там даже внизу. А, вот это не было, точно. Здесь тоже пустой был. Потом
Видно, что новая стройка здесь. Вот это было. Вообще, чувак. Дорога тем более также сохранился. В некоторых местах разрушался. Вот тогда вот такая заборы были. Эти храмы не были. Такие, ну, дома, особняки. И там строится. И там полностью строится. Вон там строится. Короче, здесь все конкретно. А раньше вот такой забор был. Тогда мы приезжали, это 2009 или каком-то году, вот видите, вот такая советская забор, бетонная, ну тогда основно вот такие были ограждения. Вот это весной, здесь сель бушует, это сельная поточная дорога, вот видите, смотрите, как она, вот так, даже вот здесь плиты бетонные, даже асфальт не сделает, потому что все смывается вот так. В Большом Чимгане снег лежит, оказывается, после того, что дождя. Вот надо потихоньку проехать, потому что встречная машина тоже едет. Вот заливается асфальт. Делают, народ доволен здесь, потому что красота. Вот новый асфальт, короче, расширяется, люди работают, дорожники, цивилизация в этой сайлике идет, молодцы. Вот это горбатый мост, дорогие друзья. Это река Черчик. Просто слов нет. Вот так он смотрится, дорогие друзья. О, какой простор здесь. Просто слов нету. Дорогие друзья, конкретно. Вот это горбатый мост. Город Черчик заезжает. Время уже 4:30. Я уже Бостанлыкский район покидаю. Вот туда, Бостанлыкский район. А сюда, город Черчик. До дома остался ровно 36 километров. Ну, где-то час, грубо. Здесь построили ГЭС. Потому что там завод, к этой заводу сделали ГЭС. Оказывается, это тоже ГЭС построили китайцы. Вот так она выглядит. Река Черчик, дорогие друзья. Вот он выглядит вот так. Он течет прямо в Ташкент. Туда. Вот так изменился. Здесь ничего не было. Вот это строймагазин построен вдоль электричка. Заехал ТТЗ. У меня порвался трос. На большую звезду не переключается. Слава богу, самое главное, заехал в Ташкент. Почти от дома. Вот. Сюда корзинка, сюда Диадора, кафе. А туда Кибрай, Черчик. Вот. 3-4 вала. А, оказывается, 5 штук. Волосенок порвался. Поэтому он не переключается. Да, он 2, а 6 даже. Вот еще новый. У меня вот это было всего. 2, вот. 2 полосенок было. Теперь 5 штук. 7, в общем, 8 штук порвался. Он не переключается на большую звезду. Но самое главное, заехал. Теперь к Валере нужен выходные, чтобы поменять трасса.
Дорогие друзья, самое главное, заехал домой.